Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, меня слышно. Я в интернете нашел довольно интересную новеллу. Вот. Будем ее начинать. Короче, пролог. Поиск настоящей любви. Верит, что надеется свою, найдет свою любовь. Это был пролог. А, вот как это работает. Нифига себе. Будем знать. Рисовка тут, конечно, супер. Девушка по имени Харука. Харука. Видак. Интересно. Надо скрин даже сделать сейчас всех. Забавно. Подсветить предметы? Серьезно? А мы пока не можем предметы подсветить, да? Так, вот я на месте, приступим.
Hi. Да. Здорово. I was waiting for you. Ага. Пикс. О, там реклама Sailor Moon. Нифига себе. А, вот как. You look kind of cute in everyday clothes. Ага. Nothing, I'm just teasing. I was just wondering if you could fix the video recorder. Mm-hmm. I was watching a movie, and it suddenly broke. I have no idea why. Бля, рисовка просто топ. Такое чувство, как будто с аниме какого-то. Okay. I'll just be here then. Let me know if you need anything. Да, переключить. Погнали. Why do you switch channels? Oh, I see. That's really interesting. Mm-hmm. Well, if that's so, can you fix mine quickly? I just bought a brand new anime on VHS called Urusei Lan. Alien girl with horns that the... Yeah. Mm-hmm. Oh, no. Anime is just a pleasant pastime. Interesting. But you still have to watch this one. Так, посмотреть аниме вместе, давайте. Not at all. It'll be a real pleasure. Forgot to do something. I'll be back in a few minutes. Ага, она отойдет. Давай. Так, подожди. А где отвертка? Лол. А где отвертка? Стоп. Ну. Налево, направо, налево. Okay. Hey, are you almost done yet? I really want to watch my anime tonight. Блин, подожди. Ё-моё, вот я и на месте. Что? Подожди, здравствуй. Я неправильно, короче, это... Починил отвертку. Подожди-ка.
давай. Oh. А вот, смотри, как там влево-влево, вправо-влево. Да, подойди. Давай, отвертку. Да я понял уже, подойди, давай. Ну. Налево, налево, вправо, налево, вправо, вправо. О! Готово. Что, будем смотреть про земных инопланетян? Да. Так, овощи, фрукты, да. Oh, yes. I just brought it on the way back and left it in the kitchen. Мастер на все руки. Oh, come on. Так. I don't think anyone would be able to tell you're such a great cook. Wow! Everything? That's great. I like you. Welcome. Oh, look! This would be the perfect time for a romantic kiss. Опа-на. Так. Это что, типа, была? Ага, то есть получается концовок еще куча. Да? Давайте попробуем. Это, короче, все открыть надо. Блин, только как бы это сделать побыстрее. Даже скипнуть можно, нет? А, понятно, это пауза. Так, но стиралки я тут не вижу, кстати.
где правая розетка? Где розетка? Стул, окно. Что-то мы не так сделали, да? Подожди. А почему на Харуку нельзя теперь это? Кондиционер, дневник. Так, она отходит, да? А что там в дневнике? Английский, математика, философия, история, манга, печь?
английский математика Э. Не понял. Зацепка. Okay, all done. Hey, are you all... Тормознутый. Так. I was waiting for you. You know, I think you're wasting my time here. Грубее. Шкафчики под зеркало. Окей. О, вот как, подожди-ка. Так. А как нам открыть-то? Как использовать эту отвертку? Розетка тут может быть, подожди. Thank you.
Так. Шкаф. Шкафчики под зеркалом. Что нам когда зайдет? Лампа. Где лампа? Закрыто. Это вот этот стул, что ли? Чего? Стул убийца? Ладно, давайте попробуем. I can't think. Так, подожди-ка. Так. Okay. Так, отвертка, окей. Of course. И как же я открою это? Я ж не могу инвентарь даже не загрузить. Так, мы три достижения открыли, да? Вот.
You're such a pervert! You just used my dirty bath water! Утопленник, забавно, забавно. Так. Тут, конечно, много этих забавностей. I was just... I can't fix... Да, okay. Да, да, окей. А теперь мы пошли это. Of course. Bath for me. Интересно. Стул убийца 2? Серьезно? Ну давай. Утопленник 2. Так, ну это для истинной концовки. Шкафчики под зеркалом. А как это сделать? Ладно. Так, получена отвертка, допустим. Of course. The door is... Ну? Так, и что тут? Дверная ручка от шкафа. Подожди.
Yes. Больше там нет. Так подожди, а где там было розетки? Опа-на! На! Мы споткнулись в темноте, нифига себе! Так, подожди, значит получается в шкафчике перед зеркалом. Ладно. Давайте попробуем. Без проблем. Okay. Так, окей, отвертку мы взяли. Идем, короче, за ручкой. Хотя, в принципе, наверное, не нужно. Там же можно вроде и так это сделать. Отлично. Зато взяли. Может взять ведро. Когда зайдет? А, может так? Ладно. Интересно. Так. А ну получится. Жарко. Oh, of course. I don't have a fan in here. I really should open the window. Мне стало жарко, окно открыла. If you go to the room next door, there's a cabinet with some clothes that would fit you.
Так. Что написано в дневнике? А как я это успею-то? Ё-моё. Этот шкаф, что ли, или что в доме? Стоп, по-моему... Я где-то что-то видел, подожди. Или нет? Они. Так, подожди. Английский, математика, английский. Да блин. Математик. Да в смысле? В смысле ты устал? Блин, записать бы в каком порядке все. Получается, надо запомнить, в каком чё порядке. А я не успеваю сделать этого. Давайте сейчас попробуем. Будем типа настраивать. Да. Oh. Прерывать разговор. Так, дневник, давай. Английский, математика, философия, история, манга, печь. Подожди. Так, подожди. Ну. А почему? Алло. А почему из дневника не убирается эта херня? Подожди. История, манга, печь. Капец, быстро очень все происходит. Okay, all done. Так, подожди, а после того, как... А как условия для дополнительных... Несколько раз, вторая сцена умрите три раза, третья сцена переключайте. А, все, я понял, походу. Hey. Давай. Раз. Два.
Why do you switch? Ну давай. Oh. How did you learn to fix this stuff? Ну эти три раза. Доступна новая сцена. Окей. Так, а ну-ка, в главное меню давайте зайдем. Ну. А вот заслуженная награда что-то у нас не открылась. Осталось сердечками и розовенькими. Интересно. Так. Где там сцена? Цветок? А, вот она сцена. Хироши. Интересные тут сцены, конечно. А, у нас третья сцена не открыта. История мести и третья сцена, да? Ну, погнали еще третью сцену открывать. Тут тоже по три сцены. Погнали, чё. Музыка тут вообще топ. Конечно. Так, а
как нам третью сцену открыть? А, каналы переключать. Погнали, чё. Переключаем каналы, в принципе. А, стоп, она сейчас отойдет. Подожди. Давайте каналы переключать, я походу уже пропутал. 35, 36. Ну, блин, быстрей. Не успею, что ли? Ну, наверное, это мой рай. Блин. Так, а мы открыли сцену, давайте посмотрим. Магазин. Так, а чё ещё за достижение? Достижений много, в принципе. А как заслуженную награду получить? Вот как. Понял. Я понял, короче, как заслуженную награду получить. Нам просто не нужно будет это. How did you learn? Да, подожди, прервать разговор. Взять отвертку. Так, починить видак. Как там? Налево, налево. Направо. Налево, налево. Право, влево, право, право. Починили. И дождаться ее было. Я уже закончил. Wow. Какой молодец. Will you please come back and see me tonight? I need. Я сделаю тебе подарок. Это ее подарок, нифига себе. Круто. Значит, нам осталось еще... достижение получить, получается. Okay. И чтоб она отошла куда-нибудь. Так,
сделать разговор. Так, английский. Потом философия. История. Математика. Манга. И печь. Так, я ж правильно сделал, подожди. В чем прикол? Так я ж вроде правильно написал. Английский, математика, философия, история, манга, печь. Как так? Подожди. Так, окей. Окей. Ладно. Так, смотри, смотрите, где английский? Английский. Английский. Математика, философия. Математика, философия. Потом история. История. Манга. И чё? В смысле неправильно? Я же всё правильно сделал. Как не так? Блин, чё за прикол? А как это пройти? Как пройти? Я же вроде в дневнике всё правильно написал. Okay, all done. Пока она вдруг кликните на дневник, лежащий на полу, кликайте в том же порядке, что написано в дневнике. А я откуда знаю? Подожди. Английский. Да, подожди. Философия, математика, история. Подожди, а как получается тогда? Ну это пипец, конечно, то, что запоминать и делать, это жесть. Так, подожди-ка, okay. Ну давай. Ну давай. Дневник. Это я уже понял, подожди. А как убрать эту фигню? Ну дневник я прочитал, а как ее убрать? Алло. Пробелом? Английский. Математика, философия, Блин! Надо было пробел нажать, да ё-моё! Блин, вот же жопа, я понял. Окей. Сейчас это быстро сделаем. Так. Окей. Так, прервать разговор.
давай. Так, английский. Ну, да блин, я понял. Математика, философия, история, манга и печь. Yes. Так, успеем. Налево, налево, направо, налево, направо, направо. Починили. Класс, мы молодцы. Так, я уже закончил. Вау, ты уже сделал. Как, приходи сегодня, у меня будет сюрприз. Я сделаю тебе подарок. Повторно, что ли, сделать, или я не пойму? Так, вот мне интересно, нам осталось... Утопленник. Ну, утопленник, по-моему, у нас есть. Так. Да, вроде мы все... Мы вроде все получили. А как стул убить? В ванной комнате... А, в ванной комнате. Мыльный лузер. Ну давайте сделаем. Так мы вроде все получили. Харуки именно. Ну да, походу все. Сестер. Каких-то сестер. Давайте теперь сделаем достижения, походу, остались, да? Атмосфера тут офигенная, конечно. Так, в ванной комнате, это значит пойти типа это. Окей. Помою руки. Да. Да. Стол убийца 2. Ну, забавные, конечно, достижения. Забавные. Да. Помою руки, да. Так, утопленник 2. А у нас утопленник 2 есть. Залезьте в ванну. Дождитесь Харуку, серьезно? Сейчас посмотрим окно. Да, почему ты голый? Так, а что тут? Тебе нравится ветка, серьезно? After that, you like my body even more. Швабра. Она его избила просто. Yes, you look better with these bruises. Вы покрылись синяками, запало, да. Сейчас я еще посмотрю, какие бы. Так. Еще 5-6 достижений, да? 4-5-6. Мыльный лузер. Мокрые полы нету.
Наземные лузы или там пойманные. А пойманный был? Нет, пойманный не было. Уставший. Ходим про лузы, кстати. А, залезть в ванну и успеть нажать на мыло? Ну, давайте. А, хотя я сейчас скрин сделаю, и часть достижений просто мы, короче, сделали. Так будет гораздо проще. Так. На-на-ра. А так игрушка очень такая веселая, оригинальная. Мне нравится, довольно прикольно. Они, конечно, сделали. Так. Опять нажать на мыло. Да подожди ты, я не это. А где мыло? А на какое мыло? Я мыло не вижу. Порошок, стул. А, подожди. И а вот смазать мылом перед дверью, она поскользнется, я быстро выбегу. Вы намылили пол и поскользнулись. Забавно, забавно. Так, ладно. Сделаем другие варианты. Так, давай. Так, какие там еще достижения? Беглец. Как это выполнить? Залезьте в ванну и успейте несколько раз на душ нажать. А, вот, все, вижу. Так. Да. Через окно. Ну. Да подожди, я что-то не понял. Получится на душ или нет? Подожди. Он или не нажал, или просто скрипт не активировался. Подожди. Сейчас проверим. Погнали. Так. Ну давай. Активировался скрипт, нет? Сейчас посмотрим. What are you doing? А, я все-таки не успел. Так, ладно. Я случайно упал. Oh, okay. Wait next. Закройте дверь. Hey, open. Пойманы. Документов не нашлось. Забавно. Так. Окей. Может, реально несколько раз на душ нажать? Подожди. Да. Давай. Ну. Я ж на душ нажимал.
извращенец, без достоинства. А почему не активируется этот библит? Так, подожди-ка. А, нет, беглец активировался, значит, сломанный нос и мокрые полы, да? Так, подожди, а где сломанный нос? Залезьте в ванну. Успейте нажать на окно. Ну, давай. Попробуем. Не, но в игре все-таки атмосфера какая-то прикольненькая есть. Такая, довольно забавная. В принципе, мне нравится. Вроде как типа сюжетка. Но сюжетка короткая и смешная, в стиле Онидзуки. Довольно классно. Ну это было смешно. Это было смешно, так. Это реально было смешно. Так. Я, короче, понял смысл игры, но он довольно прикольный смысл игры. Так. Правая кнопка, по-моему, отключает стиралку. Потом... Да. Угу. Окей. Сейчас она отойдет. Прервать разговор. Потоп, она сказала. Так, ну по-моему все мы достижения открыли. Ну да, получается по 7 штук. То есть их должно быть 7, да? Четыре, пять, шесть, семь, да, 7. Так, а что тут еще? Так, ну вроде бы мы все открыли, то есть тут везде галочки стоят, вроде все открыли. Теперь осталось сцены дополнительные посмотреть. Так, цветок мы посмотрели, давайте история мести посмотрим. Нифига себе.
через 2 месяца. Серьезно, парень, это, то есть получается, он мог сесть на стул и отравиться? А, может поэтому, типа, это все, там, цветок, история вместе, магазин. 69. А, так вот это откуда. Купила 2 пары, да? Ну, в принципе, интересно, ничего так. Потом, значит, будут сестры, то ли певички, и третья кто-то, да? Так. А, так тут еще эпилог, значит, 4 главы эпилог будет, да? Сколько там получается? В принципе, 2-ю главу мы потом начнем. Это будет уже новая девушка. Тут получается 5 штук всего лишь по ходу трусов. Вот, тоже настоящая концовка, достижение. Но это мы, в принципе, главу 2 начнем в следующий раз. Я надеюсь, вам игра понравилась, довольно вышла такая необычная, прикольненькая игра, в принципе. А всем спасибо за внимание, не забывайте про репосты, про лайки, про комментарии, продвигать наш канал. Ну а с вами был Казуко Фэмили, всем до встречи, вот мы поиграли такую забавную анимешную игрушку в стиле Онидзуки, в стиле крутого учителя Онидзуки. Стилистика очень крутая. Вот. А всем до скорого, всем удачи, всем пока-пока.